Эпидемический порог превышен на 43,5% гриппа ОРВИ и продолжают свое шествие по региону. За последнюю неделю зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заболеваний. В больнице Югры госпитализированы 192 человека. Диагноз грипп поставлен 11 пациентам. Самая высокая заболеваемость отмечается среди школьников. Добавлю, в нашем городе эпидемический порог превышен на 1,7%. Сегодня стало известно, что на карантин закрыты все школы и учреждения дополнительного образования Сургута. И сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при администрации города Сургута было принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса на территории города Сургута в школах и учреждениях дополнительного образования, независимо от форм собственности. Приостановлена деятельность у нас, получается, с 11 февраля до стабилизации эпидситуации, но не менее чем на 7 дней.